Так, смотрите, показываю вам муку. На нее обзора, конечно же, не было, потому что я подумала, ну, блин, смысл? Это ужасная мука, ржаная мука. Может быть, потому что она обдирная, но там очень много мусора. Ее обязательно надо просеивать, там очень много его. Может быть, ну, действительно, я не знаю, обдирная она такая, может быть. Просто другой не было, и поэтому купили эту. Ну, блин, я больше в жизни не куплю Макфа, ржаная мука, обдирная. Может быть, обдирная, потому что... Не покупайте. Мусора много очень. Если вы не просеиваете особенно муку, допустим, хлеб печете или блины, чтобы вот вам не попадался всякий мусор, там, кожурки, еще чего-то, сейчас не помню. Лучше не покупайте. Ну и, в принципе, она, кстати, по качеству не настолько. Есть другая марка, которая по качеству... Хлеб ржаной получается просто обалденный. Просто обалденный. Я, наверное, здесь вот ставлю картинку того, той муки, с которой я стараюсь обычно печь. Либо, кстати, знаете что? Либо еще вот это вот. Ну, правда, я покупала давно уже. Вот она. Такая. Давно, ну, давно уже не покупала, вернее. Я покупала ту, которая сейчас станет картинка. Вот, вот эта вот когда-то она появилась, была тоже очень классная. Рязаночка, мука ржаная. Ну, кстати, тоже написано обдирная, но там не было столько мусора. Может, это другая, посмотрим, конечно. Потом я про нее скажу. Когда будем, на следующей неделе будем печь хлебушек из нее. Сегодня уже мы из этой испекли. Окна, смотрите, какие грязные, грязные окна. У нас пыльные, там все... На балконе пока идет ремонт, все завалено, там вообще даже не протиснуться. И там, кстати, окно то, что открыто у нас, очень холодно. Очень, там такая холодрыга, это просто невозможно. Вот. А там облако видно. За домом, видите? Мягенько. Ну, такое солнышко. Кстати, солнышко греет. Прям греет, греет. Там и елка, короче, все свалилось туда из моей комнаты. Потому что в моей комнате сейчас ремонт идет. Все просто... Все там, короче, все там. Абсолютно. Всю коляску даже тоже пришлось поместить туда, потому что в коридоре там все ненужное, то, что нужно выкинуть, все туда выставляется, в тамбур там. Поэтому здесь абсолютно все. И окна прямо сегодня, знаете, только заметил, что окна очень грязные. Солнышко такое, смотрите. Оно такое теплое, у нас сегодня начало февраля, 8 февраля, по-моему, сегодня ролик. Хотя, кстати, ролик выйдет с небольшим, наверное, скорее всего, опозданием. С небольшим. Вот. Дальше. Коврик. Кстати, вот эти вот коврики для ножек. Дима по ним ходит. Очень прям нам понравились. Диме очень понравились. Мне понравились вот эти вот мягкие цвета. Он выглядит гораздо побогаче, получше, чем просто там желтый, зеленый, красный какой-то. Ну, обычный. А вот этот какой-то нестандартный такие. Вот, короче, все. Вот так мы живем. Кстати, это самая теплая комната. Не знаю, там в оставшейся квартире очень холодно. С утра вот я сегодня выходила, но сегодня еще на улице холодно. Минус 24, вообще просто жуть. Блин, даже просто вылазить не хочется. В выходные, в воскресенье я выходила, тоже была где-то такая же температура. Не знаю, для меня это показалось очень сильно холодно, просто очень. Вот, я даже замерзла. Мы уже привыкли, что более-менее тепло так. Вот, сегодня еще звонили нам из аптеки, то, что наш заказ пришел. Так, сейчас я, наверное, на себя камеру переведу. Да, кстати, смотрюсь я классно. На этом фоне уже такие классные обои. Помните, были обои вообще оборванные, оторванные такие, там вообще на заднем фоне. Смотрите, как классный шкаф купе. Ой, не шкаф купе, а просто шкаф. Классно там отражение. Вот, короче, я заказала эксперт волос для волос. У меня волосы наконец-то начали расти. Причем, знаете, самое интересное, то, что они выпадают во время мытья, но при этом еще и растут. То есть получается так, как будто бы они выпадают, но меньше их не становится. То есть если до этого они выпадали и становилось меньше, меньше и меньше, то сейчас почему-то наоборот. И, короче, я решила все-таки купить эксперт волос, пропить заново все 3 месяца, также пропить, чтобы они перестали выпадать и уже начали расти. Дима! И уже начали расти, потому что
Я хочу краситься снова, я хочу, чтобы они к лету уже хотя бы более-менее выросли. Уже более-менее, потому что, ну, тут вот они вот, ну, погустее стали. Чувствуется, что их вот тут много. А вот ниже уже, вот здесь вот они уже тоненькие. Ну, их мало. Короче, растут, наконец-то они перестали выпадать. Я потом еще отдельно буду снимать ролик, потому что ходила летом к трихологу. Что она сказала, там что, как, какие лекарства прописала. Все это я буду записывать тогда, когда у меня прям полностью перестанут выпадать волосы. Потому что записывать сейчас, наверное, не знаю, мне кажется, смысла нет. Напишите в комментариях, потому что сейчас они же продолжают еще выпадать. Как бы, ну и растут, хотя, не знаю, может и не надо. Наверное, как-то так. Вот, что еще хотела сказать. А, да, вчера пошла, не вчера, в выходные я пошла покупать лекарство эксперт волос. Выяснилось, что в аптеке оно ну, почти везде. Я до этого уже пыталась купить по одной штуке. Оказывается, что просто привозят только одну штуку. И все. А их надо три. Я так подумала, блин, сейчас я тут одну куплю. А, думаю, потом через неделю только может приедет, а может не приедет вторая штука. Через, еще через неделю там может приедет. Думаю, что-то так собирать поштучно. Думаю, не хочется. Я говорю, а заказать можно? Можно, да. Я говорю, ну давайте это закажем и все. Тогда предоплату внесите. А там за три штуки получается около 1500. Я думаю, предоплата? Думаю, блин, а нафиг надо мне это? Я думаю, блин, вот и начнешь переживать. Привезут, не привезут, там что, как. Я говорю, не, я говорю, я не хочу предоплату. Тогда говорю, мне ничего не надо, говорю, я в другой аптеке пойду куплю. И все. Думаю, ну нафиг. Ладно, если там еще предоплаты, я не знаю, там какой-нибудь магазин техники. Хотя, не знаю, я обычно не люблю предоплату носить. А, ну в Альберсе, кстати. В Альберсе я заказывала там предоплату, но там приходит в итоге, там все. То есть я знаю, как бы, а здесь что-то такое странное. Как змеи прям лежат. Вот. Тё, ты-то не хочешь. Маечку, да? Зиме вот я собираюсь, хочу одеть маечку. Дима у нас ходит без маечки, покажись туда-то, иди немножко. Вот. Без майки ходит, потому что температура у Димы уже начинает постепенно сходить. Мы были инфекционисту ходили, ну, правда, давно уже, когда мы ходили. Перед Новым годом, прям за несколько дней, да? Месяц с лишним назад. По анализам у него вышло то, что у него вируса в крови нету. Слава богу, наконец-то мы с ним поборолись. Это было очень тяжело. Тоже я буду писать отдельный ролик, чтобы для тех мамочек на всякий пожарный, чтобы, ну, какие-то советы были. Потому что когда я искала эти советы, в Ютубе вообще их нету, ноль. Вот, может быть, вдруг кому-то что-то пригодится. Вот, были только микробы в носу, во рту, но другой врач сказал, что ничего страшного. Мы все равно пропили все лекарства практически. На всякий случай еще. Тише, Дима. Не лази туда. Аккуратно. Аккуратно, Дима, закрывай. Вот, пропили все практические лекарства, которые нам прописали на всякий случай, потому что вот так вот каждый раз останавливать лечение, как бы это неправильно. Да, Дима? Да. Ну, немножечко у него, я чувствую, что есть температура, особенно когда одеваешь ему маечку. Он становится такой весь горячий, горячий прям. Ну, я уже боюсь просто мерить температуру. Да. Вот. Короче, у нас вот так проходит день. Сейчас мы будем. Мы хотели порисовать, а я не могу найти свои краски с этим ремонтом. Я помню, что я хотела свою живопись отложить отдельно, но вдруг порисовать захочу. Кисти я свои нашла, а краски нет. Не помню даже, вообще не помню, где они. Вот. Где? Ну, там я знаю только твои. Я хотела своими прессовать. Димины-то краски вот. Кисти Димины вот. Не знаю, если только твоими. Но опять, а листочек? Где у нас листы? Тут у нас теперь переехали все Димины книги. Они лежали в моем шкафу. Все переехало сюда. Не знаю, даже когда свекровь придет, скорее всего, я это буду все убирать, потому что обычно они тут все шаворкаются. Тихо. Все шаворкаются здесь, обычно они все здесь трогают, и потом просто теряешь все это.
Вот. То есть, ну, блин, я не люблю, когда на полках грязно. Здесь тоже вот мы все разложили. А вот, кстати, книжечки всякие. Вот все в пакетиках у меня, по пакетикам. Все должно быть чистенько, аккуратненько. Тут я что-то только не поняла, куда книга делась. Или у меня было, так не помню. Вот. Все теперь у нас разложено. Тут вот наши занималки каждый день. Вот. Тут то, что Дима сам может достать. Хотя надо поменять, наверное, местами. Вот. Вот. И вот тут вот тоже. Вот. Кстати, которую вот я покупала. Занималки эту нам подарили. А это вот все я покупала. Дубль, кстати, очень классная игра. Не знаю, Диме что-то так вот, не знаю, нравится, не нравится, что-то как-то так. Мне прям понравилось. Поиграть с кем-нибудь взрослым было бы очень интересно. Ножики здесь. Надо их убирать куда-то. Вот. Ну, тут у нас еще пока не очень убрато, да? Да. А ну-ка, вот сюда вот убираю. А, и внизу, да, ты хочешь показать? Внизу, да, вниз я переложила весь конструктор Димин. Все игрушки внизу теперь.